идет уличная еда в Занзибаре, поселке Кендва. Когда мы идем с моря, чуть-чуть отходим от моря, там есть вот такая вот точка с едой. Смотрите, вот эта вот картошка фри, она продается 2 шиллинга, то есть на наши деньги примерно 60 рублей, а 2 блюдца. Но выходит прилично. Мы мерили, это получается вот баночки больше, чем пол-литра по объему, где-то грамм 700. Потом вот эти шашлычки, они продаются по 1 шиллингу за штучку. Они неплохие, но это не филе. Здесь встречаются и косточки, поэтому тут уж как повезет. Потом рыбка жареная. Рыбка жареная мы покупаем с утра. Она вкусная и она стоит, если маленькая совсем, то 1 шиллинг за штучку. А если которая побольше, то 2 шиллинга за штучку. Довольно вкусно. Ну и потом... В эту картошку добавляют всегда немножко помидорчика, вот, и поливают соусом томатным. Вот, то есть получается такая дешевая уличная еда. То есть это такой перекус, допустим, в кафе мы что-нибудь поели и здесь что-нибудь купили, если проголодались между едой или там на море с собой взяли. Вот такая уличная еда, но еще здесь дешевые ананасы. Мы нашли здесь самый дешевый ананас, сейчас я вам покажу. Вот такие ананасы, больше килограмма веса, мне кажется, даже до 2 килограммов, они здесь стоят 3 шиллинга за штуку, причем их еще порежут и сложат в пакетик или в одноразовую сумку. Вот, эта точка находится недалеко от ресторана Fisherman. В общем-то, здесь свежая еда, мы сначала боялись покупать, потом купили. Вот тут еще и папайя продается, арбузы, авокадо, авокадо по шиллингу за штуку. А вот нойна здесь подороже, по 4 шиллинга, но можно торговаться. Вот такая уличная еда. А остальное все такое, вот всякие такие вещи, там, моющие средства и так далее. То есть довольно хорошая точка и недалеко от моря.